Вот еще один красавчик прям идет навстречу, напоминая мне мультик «Мадагаскар». Всем привет! С вами снова канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Да, мы в Эмиратах, в городе Эль-Айн. И позади меня самый большой зоопарк в Арабских Эмиратах. Погодите меня хейтить, я тоже не люблю животных в клетках. Но давайте пойдем и посмотрим на самый большой зоопарк в самой богатой стране. Зоопарк этот занимает целых 4000 гектар. Что самое примечательное, сам зоопарк намного старше, чем страна. Аж на 3 года. Если Арабским Эмиратам 49 лет, то зоопарку 52 года. Великий шейх Заид основал этот зоопарк в апреле 68 года. Так что пойдемте и посмотрим, что находится в этом самом огромном зоопарке в одной из самых богатых стран мира. Ставьте лайк, поехали смотреть. Народ, вот мы уже и в зоопарке, красота, начинаем его обзор. Сразу скажу вам, что вы можете сэкономить деньги, купив билеты на Groupon. Мы купили билеты 50 дирхам за 2 человека, вход в зоопарк, а так на самом деле стоит 301 дирхам на 1 человека, то есть 62 за 2. Вообще в Groupon'е есть очень много всяких скидок именно в Эмиратах. Отели, вход на пляже, очень много ресторанов, кафе, кафетерии, экскурсии. Так что загружайте приложение, смотрите, экономьте. Лайфхак от канала «Училка физкультуры в Эмиратах». Смотрим, как красиво зоопарк. Все, идем смотреть. Знаете, в зоопарке очень пусто. Практически никого нет. Посмотрите, сколько действительно, сколько гектар, какая территория у животных. Конечно же, это не сравнится со свободой. Посмотрите, как все сделано. Действительно, очень похоже, наверное, на настоящий рельеф, где живут, если вы видите, такие козочки. Вон вдалеке скачут, прыгают. Это первое, что мы видим при заходе в этот зоопарк. Но территория шикарная. Территория огромная. И попробуем показать вам, как много всего здесь есть. И погода очень хорошая. Наверное, где-то до 30 градусов. Декабрь, и все еще жарко. Все еще жарко, и это Арабские Эмираты. Я никогда не была в Мексике. Планирую все еще. Вот. Но только в мексиканских фильмах видела такие огромные кактусы. Все это мы можем увидеть здесь, в самом большом зоопарке Арабских Эмиратов. Подошли к прекрасным газелькам. Очень надеюсь, что им тут действительно хорошо и комфортно. Ой, их здесь много. И сама природа, как горы или пустыня, так все сделано, вот просто бомба. Красота. Знаете, я уже пятый раз в этом зоопарке. Мне он очень нравится, но первый раз я вижу вот истории и мистика Фаладжей. Помните, мы с вами совсем недавно были в оазисе Эль-Айна. И вот теперь прям сделали историю в зоопарке. Фаладжей. Показали всю структуру, как действительно доставляется вода в дома и в сельские угодья. Вообще чудесно. Такого вот не было. Молодцы. Где-то года два я здесь не была, а так каждый год стараюсь посещать. Очень интересное место. Вот все фаладжи, которые представлены здесь в зоопарке. Просто класс. И такие же фаладжи мы с вами видели в моем видео «Оазис». Класс, 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 класс и зелень. А вот орексы. Также животное переводится как сернобык, но все называют его орекс. Тоже достаточно, скажем так, места. И напоминает все это горную местность.
и пустыньку, где эти животные обитают. И очень много зелени здесь, очень много. Кого мы видим здесь? Мы здесь видим сурикатов. Впервые в жизни вижу сурикатов, мои друзья. Так и хочется попросить ему, чтобы он встал и предсказал погоду. Ой, двое! Вот они все прям почувствовали, что канал «Училка физкультуры» подошел, и нужно бы подсняться. Спасибо, ребята. Попробую их показать в более реальной жизни, не через стекло. Довольно-таки заборчик здесь маленький, то есть я могу при желании, конечно, перепрыгнуть, никто это не будет делать. Но мало ли, какие они забавные. И вон еще там банда собралась. Просто забавные животные, забавные. Да, на солнышке греются. Кстати, наоборот, многие животные, когда мы были в такую жаркую пору, прячутся. Мы их увидели только, когда уже наступил вечер. Ой, как он стал красиво. Предсказывает, надеюсь, что коронавирус скоро уйдет. Красивые животные. Вот, их не было, кстати. Не видели мы их тут за последние 5 лет. Так что представилась возможность понаблюдать их. Очень интересно. Бегают, играются, смешные такие. Идем по мостику к великолепным фламинго. Говорят, что они стали розовым, потому что ели розовых креветок. Может, юмор такой, но так написано. А эти фламинго, кстати, белые. Сейчас подойдем поближе. Уже немножко народ активизировался. Вот, красота. Прелестные звуки. А там рыбы плавают. Наверное, сразу и кормятся им. Даша говорит, здесь рыбки плавают. Если вы увидите. Ну, вот прям сразу писча. Писча до прекрасных, великолепных, выходит, белых фламинго. Прелестное создание. Стоим, любуемся. Зоопарк вообще так здоровски сделан. Будто ты сам в зоопарке. Скрываешься. Такие прям скалы нависшие, класс. Честно помню, как-то я взобралась, по-моему, 2 года назад, и даже полазила сверху. Слава богу, меня никто не снял, никто не оштрафовал. Так, кто здесь должен быть? Кого мы ищем? Кого мы ищем? Вот он, красавец, Арабиан Тахр. Тахр, если вы видите, вон он там. Замер, а за нами шли туристы, они свернули, они... Не поверили, что увидят его. Вот нашли мы. Их же двое. Один внизу. Да, один внизу, но плохо видно его через решеточки. Вот он какой. Живет в Омане и в Эмиратах. И территория реально очень горнистая. Горнистая и пустынная. Обошли с другой стороны. И увидели, что их тут действительно много. Вот. Кушай. Уже 5 таких красавчиков мы увидели. 6? О, даже 6. 6 6 на горе, и он один.
зоопарк такой большой, что заблудиться можно. И тут не только животные, еще и растения показываются. Вот, да, как ботанический сад, магнолия, которая должна когда-то засвести обязательно. И вот такие прудики постоянно. Постоянно мы переходим мостики, постоянно красивые прудики, зеленые. Вообще мне напоминает какой-то Таиланд или Вьетнам. Ух. Красота какая. Ну и что радует? Людей мало, людей почти нет. Идем дальше, путешествуем по зоопарку. А мы зашли здесь в коты. И кого мы видим? Сейчас я подхожу ближе, чтобы не спугнуть. Я здесь лемура так близко не видела. Обычно ночью. Ночью можно их увидеть. А вот что-то берет, какие-то вкусняшки. Видимо, ему этот листик понравился. И он второй такой же дружбанчик его. Тоже берет вкусняхи. Какие прелестные животные. Ой, мишечные. Это просто что-то. Какой же у них хвост шикарный. Какое-то растение вырвали, скушали. И чувствует себя хорошо. Уходит прям как кот. Как кот уходит. Такой хвост расправил и идет. Красавчик. То есть здесь клеточка для лемуров. Тут написано было Big Cats, большие коты. Начинаем с маленьких котиков, с лемурков. Вот еще один красавчик прям идет навстречу, напоминая мне мультик «Мадагаскар». А его собрат только что всполошил, спрыгнул прям на ветку с разбега. И этот парень так замер. Боже, какое интересное животное. Просто для меня это необычно видеть такого красавчика. Видела их в зоопарках, но очень мало. В основном они прячутся или выходят уже под вечер. А сейчас, видимо, уже прохладенько стало, где-то 20. Вот они уже вышли, нам показались. Здорово, очень рада их увидеть, очень рада вам показать. А их там целая банда сидит. Ай, красавцы-то! Такое животное просто, обаяшка. Ми-ми-ми-ми-ми, как я говорю, мимишечное животное. Но этот хвост, это что-то бесподобное. Какие же они красивые. Пожалуйста, лайк за лемурчиков. А после лемуров поворачиваем в другую сторону и видим жирафок. А жалко, раньше вот на этих зданиях был такой вольер, где можно было подниматься и смотреть. Так я скажу, у этих жирафок территория аж до горы практически. Они как-то стали от нас уходить. Мы смотрели, смотрели, смотрели и не увидели конечной территории, куда жирафы уходили. То есть тут действительно для животных немножко вольготно в этом зоопарке, если вообще можно сказать про зоопарк. Вот подходят к кормушке, кушают. И территория здесь у них, будь здоров. А там же ты скажи, что смотри, вон и эти и козы, тут все вместе они, как территория вместе. А, да, вот Наташа меня просит напомнить, что здесь, кстати, территория не только для жирафов. Тут и козы есть, и какие-то виды ориксов, по-моему. Может, это буйволы? И здесь они, правда, буйволы, и здесь много животных, как действительно большая территория, и это все реальная пустыня. Мадагаскар! Переходим от клеточки с жирафом и лемуром и видим такую красоту. Да, это леопард или гепард, и очень тяжело его снять. Он в стекле сидит. Ну, вы его видите. Да, он стеклянная решеточка. Это мы за стеклом. Да. Привет. Красивое животное. Привет. Привет. Я могу подойти, конечно, ближе. Метр. Вот такой вот красивый. И там где-то его дружок лазит. Вот.
высматривает. Увидел маленького ребенка, уже как-то так прям добычу увидел. Красивый какой. Прям я стою в метре от него, в метре. И ушел. Гордая кошка. Не-не, он здесь. Ох, ох. Территория у него тоже приличная. Вернулись мы к гепарду. Посмотрел, что дети подошли. И стал ходить тоже взад-вперед. Ну как увидел, что вроде они такие маленькие, как прям про добычу присел. Но он не один, еще второй. Да, он не один, и еще есть у него здесь дружбан. Ох, как он погнался! Охотник, охотник. Молодец, типичный хищник, правильно. Охотиться надо. Еще один прилетел. А птица убегает от него. Значит, ничего не сделает. Вон второй выходит. А вот милый страус. Мне кажется, он мошек кушает. Что-то он такое или имитирует, или играется, или действительно кушает мошек. Какое приятное животное. Раз что интересно, находятся клетки тигра, потом идут клетки страуса. Тут никто не расслаблялся. И потом уже фламинго. Переходим от страуса. Сразу вижу красивое создание. Это пума. Пумочка. Две красивых пумочки здесь. Всегда почему-то мне представлялось, что пума, багира, да? Такого черного цвета. Нет, вот какие они пумки на самом деле. Прячется. На птиц, смотри, на птиц, вверху. Да, на птиц. Там птичка вверху. Там ух птиц, ты. Прям возле меня прошла. Прям прошла возле меня. Знаете, куда нас смотрят? Вон там две птички разговаривают. И наша пумочка их увидела. Ух, прям нервничает, прям. Ой, какая она длинная. Вот вторая пумочка пришла, чуть поменьше. Готовится, готовится. Ах, практически. Но тут столбы не деревья, они скользкие, железные, поэтому пумке невозможно, к сожалению, залезть. Да, что-то они... Вот вторая. Красота, красота. Я в метре от пумы стою. Фух. Вспотела. Красивые какие животные. Обожаю кошечек. Ну, таких, конечно, я люблю за решеточкой. Это называется плохие соседи. А птички прям достают пумочку, прям достают. Вот все еще почему-то они ссорятся. Они не ссорятся, это, наверное, еще птенец, и она ее кормит. Наташа говорит, наверное, это птенца все еще кормят, а пума нервничает сильно.
Аж рычит прям. Это ребенок рычит. Он его раздражает. А, тут ребенок пришел и тоже рычит. Угадайте, кто умнее. Ай, пума красивая. Какая же ты красивая. Ну-ну, не злись, не злись. Не обращай внимания. А где вторая? Сейчас посмотрим. Вот она, вот она, вот. Не нравится, что мальчик дразнит. Очень не нравится. Да, если бы не было клетки... Мальчик Гарри Поттера не смотрел. Да, не было клетки, да. И был бы Гарри Поттер, клетка бы исчезла. Было бы все по-другому. Ну вот такие красивые создания пумы. Пришли мы, знаете, кто у нас здесь? Мангусты! Помните клич? Рики-тики-чик! Настоящие мангусты, которые воюют со змеями. Вот ты какой, Рики-тики-тави! Ну, сейчас подсяду под стекло. Здесь стекло. Ой, здравствуй, здравствуй, привет, привет, привет. Боже, какой ты красавец. Какой ты интересный. Я первый раз вижу мангуста вот так близко. Спрыгнул, наверное. Там камень, наверное, какой-то высоко желтый. Настоящий рики-тики-тави. Красавец. Спасибо, что показался. Спасибо. Очень приятно. Вот такие у нас мангусты здесь, в Иляне, друзья мои. Какая шерстка красивая. Вот так, если не смотреть на задние лапы, вот даже за котика можно принять. Вот так, оп, котик, оп, мангуста. Вот такая территория у мангустиков. Гуляют. Вот Наташа все, мангусту не может оставить. Ну дай ему лапку. Мать, ты хорош. Ну, ты мой радость. Пытается дать лапку Наташе. Круто вообще. Умничка. Ну что ты, что? Ну, то, что он точно хочет дать лапку, 100%. Они здесь не голодные и кормят их хорошо. Популярные мангусты, люди подходят. Поняла, что мангусты любят. Внимание, тут уже второй к нам впрыгнул. Просто два кота, два чудесных кота сидят. Не могу оторваться от мангустов. Как раз уже много людей стало подходить. Все, будем мы идти. Все, пока, мангустики, пока. Уже вечереет, люди стали подходить. Вот здесь есть часто возле вольеров такие ступенечки, что можно было обозреть. Вот, темновато уже, но стараюсь вам показать. О, классно, уже видно. Тоже тип ориксов, козочек. Удобненько зашел, встал и наблюдаешь за животными. О, гиена, успели ее выхватить. Такая прям злобная ходит, как действительно тот шакал в Маугле. Большая. Большая такая злобная гиена. Ага, помним все фильм «Боги сошли с ума», когда мальчик, чтобы казаться выше гиены, поднимал дощечку. Сейчас он, наверное, снова будет обходить. Ох, какая она, прям шикарная. Прям честно шикарная, но противная. Ну, противная. Вот противная. Как в этом мультике. Она на зебру чем-то похожа. А ушки? Ох, не хотела бы я с ней встретиться, не хотела бы. Впечатляет, слушай, я никогда не видела. Гиена впечатлила. Также в зоопарке много-много вольеров с птицами. Кори Бастард. Не знаю, кто это, но птица очень красивая.
Вот похоже на секретарь, но секретарь выше. Видела я птицу-секретарь в Таиланде, и она была ростом с меня. А вообще здесь много птиц. И много птиц также летает себе беспрепятственно, сидит наверху, спокойно себя чувствует. Тут у них прям, я не знаю, расслабуха такая и куропаточки какие-то. А просто птицы себя нормально, вольготно чувствуют и, наверное, не вылетают за пределы зоопарка. Хотя очень похожие птицы есть у нас в Вади-парке. Мы же смотрим, какое красивое-красивое растение. Барбари шип. Овца Барбари. Звучит как Барбари шип. Ну какая же то овца? Это такой целый бычок, бык. Это как орикс, вид орикса такой, с такими рогами мощными. Что-то он там ищет, что-то там он ищет, еду какую-то нашел, видимо. Хорошо, ладно, не будем ему мешать, пойдем-ка мы попробуем найти львов и кошачьих. А вот обезьяна Патас, хотя она мне больше напоминает бабуинчика. Смотрим, вот красавец ходит, красавцы бегают, и самый красивый восседает. Так смотрит на них. Такой, ну что же вы так бегаете-то? Присядьте, посидите. А малыши бабуинчики носятся. Тут много вольеров с обезьянами, с хищниками, но мы стараемся показать что-то такое редкое, что вы точно не увидите в наших зоопарках. Вот мы уже подошли близко к хищникам, посмотрели сурикатов, лемуров и прекрасных мангустов. Ну и вот такие обезьянки здесь есть, симпатичные. А, и игручие такие, ну как и все обезьяны. Ах ты! Ну, разошлись мирно вроде. Красавчики. Это, наверное, вождь. А вот арабский волк. Долго за ним бегали. Удалось его так заснять. Но далеко он лежит. Видно вам, не видно, я не знаю. Увеличила как могла. Да, их двое. Куда выбежать, да? Вам не слышно, но он воет, реально воет. Проснулся, повыл. Молодец. Люди разошлись потихонечку. Мы все-таки вернулись к волку. Слышите, как он воет? А, снова люди идут. Наконец-то дошла до белых львов. Хотела показать вам это прекрасное животное. Но прекрасное животное спит. Уже темнеет. Возможно, скоро проснется и пойдет на какую-то охоту. Очень жаль, что уже в таком свете никак не на виду. Здесь видим белого тигра. Прошу прощения за засвет. Этот красавчик просто сейчас за стеклом. Ой-ой-ой, вот он прошел. Какая умничка великолепная. Давайте за ним проследуем, если удастся. Вот, увидим только уходящего красавца. Ну, хотя бы что-то. Тигр возвращается. Ой, здравствуйте. Какое шикарное животное. Немножко даже испугалась. То есть он был в 20 сантиметрах от меня. Ой-ой. Вот снова тигрик подходит. Надеюсь, сейчас пройдет мимо меня.
Ух ты, вообще. Ой. Вам тоже страшно стало? На этого тигра можно просто смотреть бесконечно. А, кстати, подарила его зоопарку шейха Эль-Мактум. Ой, какой же ты красавец. Ой-ой. Ну что, вот сегодня мы и побывали в самом большом зоопарке в Арабских Эмиратах. Ставьте лайк, пишите комменты, как вам. Мне лично очень понравилось. Всем пока.